Дорогие жители Чувашии, поздравляю вас с праздником. В этом году наша республика отмечает юбилейную дату – столетие образования Чувашской автономной области. Становление нашей республики началось в 1920 году, когда Чувашский отдел Народного комиссариата внес на рассмотрение краткий доклад о выделении чувашского народа в особую административную единицу. В докладе предлагалось образовать на территориях компактного проживания чувашского населения Чувашскую трудовую коммуну. Согласно декретов ЦИК и Совета народных комиссаров, от 24 июня 1920 года была образована Чувашская автономная область. Область включала в себя территории, входившие в состав Казанской и Симбирской губерний. В такие юбилейные даты на рубеже столетий принято подводить итоги. И нашей республике, безусловно, есть чем гордиться. Но давайте постараемся сделать так, чтобы и в следующем столетии наша республика процветала, чтобы жители нашей республики всегда жили в достатке. Еще раз поздравляю всех с праздником, здоровья вам и вашим близким.